Правильно пользоваться палочками, с первого взгляда определять качественный имбирь и васаби, постигать философию японской кухни теперь способны кохамские пенсионеры. Студенты индустриального колледжа проверили для участников клуба активного долголетия «Жизнелюб» мастер-класс по приготовлению роллов. Мы сегодня готовим роллы. В состав входят листы нори, рис, рыба, огурцы свежие. Самый сложный процесс – это заворачивание. Потому что нужно сделать, чтобы они не развалились и были красивыми. Любопытных пенсионерок, привыкших к сытной русской кухне, интересовало буквально все. Что такое нори, где их хранить, что можно использовать в качестве начинки, понравится ли внукам такое угощение. Большинство бабушек к этому заморскому блюду отнеслись настороженно, но нашлись и те, что японскую кухню уже полюбили. Готовить, конечно, не умею, пробовали и с детьми, и в ресторане, там, вот, заказывали. У нас вот уже второе занятие по этой новой программе IQ. Вот, первое у нас было, учили нас завязывать платки разными способами. Очень интересное было занятие. Обучающий курс IQ пенсионера, в рамках которого и проходит это занятие, разработан специально для адаптации пожилых людей к современным реалиям. Новые знания, уверены организаторы, позволят разнообразить досуг пенсионера и в данном случае расширить их меню. Данный курс войдут не только подобные занятия, но и, например, энергосбережение дома. То есть будем обучать пожилых людей. Это занятия по туризму, то есть все, как бы так сказать, ноу-хау современные, которые могут пригодиться пожилым людям в современном мире. На следующем занятии пенсионерки научатся различать виды туризма и отправятся на экскурсию на страусиную ферму в Шуйском районе. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.